Но вот такая погода и отсутствие снега не отменяет новогоднюю подготовку. В детских садах уже начались утренники. Основными площадками праздника 31 декабря в Чебоксарах станут парк Амазония, Дорис парк и площадка перед торговым домом Шупашкар. Что касается новогодних каникул, праздничную программу подготовили театры, музеи и библиотеки республики. Насколько все эти объекты безопасны для массовых мероприятий, на днях проверили сотрудники МЧС. Об итогах рассказали журналистам. В список объектов, имеющих нарушения пожарной безопасности, по итогам операции «Новый год» был включен театр оперы и балета. Накануне спасатели провели там учебную тренировку, проверив готовность подразделений и администрации театра к чрезвычайным ситуациям. Здесь запланированы десятки новогодних елок и праздничных встреч. Центров массового пребывания людей в эти праздники в Чувашии всего 785, подсчитали специалисты. И пока 88 из них имеют предписание. Однако и те не критичны. Эти нарушения, скажем так, не застарелые, они появляется, где-то нарушена работоспособность сигнализации определенных, да, и систем обеспечения безопасности, где-то захламлены пути эвакуации, это основные как бы нарушения, вот, которые существуют. Допустим, вот мы были в театре оперы и балета и проводили там учение по тушению крупного пожара. Там тоже выявлен был ряд нарушений, и они связаны с обработкой, огнезащитной обработкой как сценической части, так и различных конструктивных элементов этого здания. Но директор нас заверил, что все он сделает. Нам необходимо было показать только акты, что вот эта работа проведена. Чтобы обезопасить горожан, в Чебоксарах определили список торговых точек, где легально продают пиротехнику. Для запуска фейерверков в Чебоксарах отвели 55 площадок, а в Новочебоксарске только 2. Когда индивидуально в огороде кто-то отстрелялся и сам посмотрел, и все, и фейерверк закончился. Когда же массово люди выходят в одно место, и когда по очереди начинают стрелять, праздник превращается вот в эффектное шоу. Раз вы говорите, вас интересует, почему всего 2 в Новочебоксарске, ну, возможно, мы еще поработаем с администрацией, чтобы она определила дополнительные площадки. В столице Чувашии в новогодние праздники усилят меры безопасности и организуют пропускной режим в местах массового нахождения людей. Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика. Неделя.